Алло. Родная, привет. Ну, ты где? Я скоро буду. Просто маршрутки долго нет. Слушай, ты давай скорее, а? Твой день рождения, ты хоть не уходи в ночь. Угу. А ты там чего делаешь? А я тут тебе... А! Черт. Это не тебе, милая, это не тебе. Сейчас, секунду. А тебе? А тебе готовлю сюрприз. Хорошо. Ну, давай все. Жду тебя дома. Угу. Давай, целую. Люблю. Пока. Пока. Девушка, маршрутку ждете? Нет. Электричку. Ну, электрички нет. Машины есть, могу подвезти. Нет, спасибо, не надо. Уже идет моя маршрутка. А, ну я вас обидеть-то не хотел. Вы мне просто понравились очень. А давайте я вам помогу. Да отстаньте от меня. Ну, извините еще раз. Насильники и убийцы кошельки не берут.
другим озабочены. А что-нибудь еще есть? Там при въезде следы протектора. Явно кто-то парковался. Иначе зачем ему съезжать с асфальта? Ну да. Следы эксперты сняли. Будем разбираться. Кстати, следов самой потерпевшей на лужайке нет. Есть явно мужские. Ну, нечеткие. То есть убили ее не здесь? Изнасиловали, похоже, тоже не здесь. Я думаю, что изнасиловали ее в машине. Ладно, пойду поговорю с мужем. Давай. Простите. Мне нужно вам несколько вопросов задать. Здесь не могу, мы можем к вам пойти? Да, конечно. Ну что, пойдем тогда? Пойдем. Ладно, вы давайте заканчивать. Поедем в отдел. Давай. Пока. Пока. Олег Михайлович, если вы не хотите сейчас разговаривать, мы можем отложить нашу беседу. Но лучше будет, если вы ответите на наши вопросы прямо сейчас. Думаю, вы тоже хотите, чтобы мы нашли убийцу вашей жены. Да, конечно, я готов. Где вы были вчера между 11 часами вечера и 2 часами ночи? Дома был. У Наташки вчера был день рождения. Я готовил ей сюрприз, лазанью. Она очень любила итальянскую кухню. Когда вы с ней беседовали в последний раз? Так. Где-то в начале 11-го. Она сказала, что едет домой. Как она ездила? На маршрутке у Московского всегда садилась. Она часто возвращалась домой поздно? У нее была новая работа. Раньше мы вместе с ней работали в строительной фирме. Она в пиар-отделе. Я субподрядчик по инженерным сетям руковожу. Ну, а потом Наташка решила, что ей нужно развиваться, и нашла работу в издательстве. Денег, конечно, не так много, но зато ей нравилось. Ну и там какие-то у них все время... Ну да. Авралы, задержки. Она очень часто задерживалась. Ну и в тот вечер засиделась с коллегами. А в последнее время ничего такого не было? Ну, может, перемена настроения, проблемы какие-то, странные звонки. Вы имеете в виду, были ли у него враги? Нет, не было, я точно знаю. Мы никогда друг от друга ничего не скрывали. Скажите, у вашей жены нашли вот эти фотографии? Посмотрите, это недавние снимки. Да, это с корпоратива. Мы тогда еще вместе работали. Она... Все уже знали, что она уходит. Такая прощальная вечеринка получилась. Угу. А кто вот это вот? Он очень часто рядом с вами и вашей женой. Да это Вовка, Володя Сорокин. Наш директор по развитию. Мы очень давно дружим. Мы на год уезжали в Иран. У меня контракт был выгодный. А он здесь остался и сделал карьеру. И потом вас взял под крыло, да? Да, помог нам устроиться. Такие вот дела. Ну ничего. Теперь ее никто никогда не обидит. У нее теперь все всегда будет хорошо. А частичка ее останется со мной. Навсегда. Страсти мучат? Пока что меня мучат только коллеги.
Точнее, один, коллега. Один? О, нарвался. Да нет, ну подожди. Не уходи от ответа. А с какой целью ты интересуешься? Ты знаешь, что у нас на этот вопрос говорят? А с целью наживы? Жень. Не, ну пусть человек ответит, ну. Посмотри, Варь, ты молодая, незамужняя женщина. Тебе должны быть страсти, понимаешь, должны, а ты постоянно какая-то хладнокровная, ну как замороженная. А, по-твоему, я должна бросаться на каждого встречного? Ну, почему же это нет? Ну, мне кажется, быть немножко поживее, что ли. Друзья мои, я предлагаю прервать вашу трогательную беседу и подумать на тему, кто вчера ночью мог наброситься на гражданку Емельянову. Какие мысли? Ну, идею с ограблением нам пока придется отложить. Да. Но это не муж точно. Конечно, не он. Зачем ему это? Он нормальный мужик. Варь, сколько я таких нормальных мужиков перевидал, которые своих ближайших родственников убивали, зажаривали и потом съедали, а на следующее утро на работу шли, как ни в чем не бывало. Ну да, и сейчас уже не доказать. Че там готовим? Лазанью или план убийства собственной жены? Но зато анализ ДНК это покажет. Вот хотел бы я знать, что нам покажет анализ отпечатков протектора. Убили-то Емельянова не там, где обнаружили. Так, я переговорила с экспертами. Отчет они пока не торопятся писать, но разговаривают охотно. Конечно, тебе-то они охотно все расскажут. Конечно. Так вот, резина немецкая, довольно редкой размерности. Ее ставят только на некоторые модели BMW и Mercedes. Значит, придется нам потревожить коллег из полосатого ведомства. Пусть расскажут нам, сколько в городе таких машин и не найдутся ли среди владельцев знакомые наши потерпевшие. Пошли. Пошли. Прошу. Нет? Как? Отказывайтесь от руки? А вы? И я откажусь. Пошел. И ты. Смотри. Нормально. Как думаешь, пойдет? Хоть примерим. Да что мерить, ты мне без этого больше нравишься. Конечно. Давай, бери, бери. Штаны? Давай еще одну и все. Давай все берем. Здравствуйте. Здрасте. Пойдем в ресторан. В ресторан? Потом мы едем к тебе. Какой ресторан? Ну, какой ты хочешь? Ну, говори, какой ты хочешь. Давай. Суши хочу. Ну, как хочешь суши, давай. Как будете расплачиваться? Пожалуйста. Карта или наличные? Карта кредитная, да, милая? Конечно. Пожалуйста. Пожалуйста. Будьте добры, права или паспорт? Ой, ну только не говори, что забыла. Не может быть. Знаешь, обычно не спрашивают. Ну. Девушка, давайте я распишусь. Нет, извините, у нас правила. Ну, девушка. Девушка, ну, пожалуйста, еще один магазин и все, я не желез. Ну. Ну, хорошо. А, извините, у нас ошибка сервера. Подождите минуту. Да и нет, мы-то подождем. А часто у вас такое? Бывает. Мы просто недавно открылись, поэтому бывают некоторые неполадки. Извините, пожалуйста, одну минуту. Ничего страшного. Вот это я не люблю. Не открывайся, не сервер. Сейчас вернется. Ну, я сейчас переживаю. Ну что, сейчас собираем ресторан. Алло, охрана? Это секция 230А. У нас тут карта в розыске. Нет, указ стоят. Угу, поняла. Спасибо. Ладно. Не зайдем. Нет, уже пойдем собирать. Или куда ты хочешь? Ну, так не кину. Давай не кину. Что ты делаешь? Отпустите! Отпустите! Отпустите меня! Не трогайте! Вы не имеете права, что... Ну, пошли! Что вы делаете? Отпустите меня! На выход! Уберите свои руки! Отпустите меня! Алло, Андрей, привет! Только что взяли девицу с карточкой. Фамилия Кропоткина. Ага, как у анархиста, точно. Но пока не колется. Говорит, что карточку дал ей некто Ботанов. Ну, пообещал подарить пару шмоток, если она поможет ему чужую кредитку отоварить. Будет продолжать? Ну да. Будем продолжать, конечно. Ну, хорошо.
Вы, по-моему, не понимаете всю серьезность вашего положения. Кредитная карточка, которую вы попытались оплатить покупки, принадлежала женщине, которую изнасиловали и убили сегодня ночью. А вы упорно продолжаете молчать. Нет, в роли насильника вас, конечно, сложно представить. Но статью за соучастие мы вам быстро организуем. Не сомневайтесь. Олеся, 10 лет. Да кто он вам такой? Муж, брат, жених? Да нет. Так, один. Но почему же вы его выгораживаете? Может быть, он сейчас очередную жертву ищет? А может быть, ждет, пока мы вас выпустим? Быстро говорите, где он живет, где бывает? Женя, все в порядке? Да, все хорошо. На удачи. Да. Алло, Андрей. Что там удалось нарыть-то, Жень? Ну, под наши водные подходят 3210 машин. Проверь всех. Да. Как всех? Вот так. Ну, займет кучу времени. А что, мы спешим? Ну, пусть ДПСники поработают. Ты им составь список всех приятелей, коллег, знакомых убитой. Может, какая фамилия всплывет. Пусть проверяют все. Собственников, кто по доверке ездит, кто в страховку вписан. Понял? Ну, давай. Так. На московском остановке, так? Да. Наш тип остался, мы уехали на маршрутке. Дальше что? Да дальше я пошел в магазин, а она пошла к дому вашему. А за ней, значит, не пошел, да? И ничего не видел? Нет, я правда не видел. Я в магазин ходил. Да? Да. Мне с чего верить-то, что ты здесь ни при чем, а? Я правду говорю, я не при чем. Да ты меня достал уже! Если ты сейчас все мне не расскажешь! Я вызову ментов, понял? И ты за своим садом сядешь лет на 7! Не надо! Говори! Я все сказал, клянусь, я правда, я все сказал! Сегодня что там делал, а? Че ты там шарился? Так я это... Я думал, может, еще что-нибудь найду. Еще что-нибудь? Да. А что ты там нашел? Я это заберу, снимай. Нашел. Замолчи. Я же правда не знал. Я к тебе еще вернусь, понял? Понял.
испугался, да? Испугался, мой хороший. Ой, а я-то как? А я-то как испугался. Ну, теперь все хорошо. Все теперь хорошо. Папочка тебя не бросит. Да, мой хороший. Стукачишка-то твой точно квартиру указал? Да вот она, внизу, в полуподвале. Вот ботаник, совсем обнаглел. В 100 метрах от отделения траву выращивает. Постой, Андрей, давай-ка ствол доставай. Зачем? Сейчас он у нас обсерится, чтоб не повадно ему было траву выращивать. Вперед! Рядом универмаг, они недавно камерами обзавелись. Хвалю. Вот, Жень, бери пример. Вот и наша потерпевшая. А кто тут рядом с ней? А, это Ботанов, но тот, который девчонку с карточкой Емельяновой подставил. Смотрите, а вот откуда карточка-то взялась. Эх, на троечку сработано. Так, вот еще один появился. С этим Ботановым поговорить, конечно, не помешает, но убивал, я думаю, не он. Ну да, вряд ли он. Убийца чужой картой пошел на шопинг. Да. Что с этим Ботановым-то, кстати? Ну что, квартира под контролем, появится, возьмут. Главное, что появился. И постарайтесь вычислить, кто этот третий. Ну, там, увеличить и разошлить по всем инстанциям. Может, нам повезет, и личико его уже засветилось. Жень, что у нас по этим машинам? Проверяем. Долго? Ботанов, ты, видимо, чего-то не понимаешь. Тебя, можно сказать, взяли с поличным. С кредиткой убитой и изнасилованной женщины. Камера! На здании гастронома. Четко зафиксировала, как ты приставал к женщине. Она тебя отшила. Сейчас может любой дурак быть гособвинителем. Она тебя отшила, а ты ее догнал. Изнасиловал, еще и задушил. Не, сейчас, конечно, можно еще написать явку с повинной. Но после анализа ДНК будет поздно уже. Нет, но кошелек я подрезал, врать не буду. Ты подрезал, да? Но я не убивал. Я что, идет с ее кредиткой по магазинам шляться? Да что тут? Да берите свои анализы. Не убивал я ее. Не убивал, говорит? Хорошо. Руки давай сюда. Чего? Руки, блин, давай сюда. В отделении поговорим. Не убивал. Все, пошел. Продолжай искать. Есть. Не убивал. Товарищ майор. Да? Есть кое-что. Судя по всему, на этой записи Сергей Вьюнов, 26 лет, химик по образованию. Ну? Его смертники приезжали брать из госнаркоконтроля. Он дома целую плантацию развел. Но представьте, кто-то навестил Вьюнова до них и приложил по голове тупым тяжелым предметом. А так? Теперь он в больнице, отвезли на скорой. Врачи говорят, в коме, прогнозов не дают. Причем приложить его мог, получается, кто угодно. Учитывая специфический профиль деятельности Вьюнова. Да, публика вокруг него терлась еще та. Хотя соседи говорят, что тихий был. Они и подумать не могли, что с ними в одном подъезде живет наркоторговец-натуралист. Анализ ДНК? Уже взяли, у него и у Ботанова. Ботанова сейчас Женька колет, но пока безуспешно. Но это понятно, что он у него ничего нет. Просто карманник, причем фиговый. Так вот камерой запалится. Так, звони Женьке, пусть приезжает. У меня ощущение, что нашей единственной зацепкой остаются следы шин. Надо активнее прорабатывать владельцев автомашин. Хорошо. Наташкой, вы как родные, как семья. Я вас очень люблю.
тебя тоже очень любим. Вообще. Хочешь уже высиживать? Пойдем все. Да. Ну, давай. Ну, иди. Не-не-не, идите вы, а я посмотрю. Ну, хорошо. Я посмотрю. Как-то не верю. Там большая строительная компания. Много людей. Да у нее тоже такая. Все время на виду. Все, что угодно могло произойти. Думаешь, любовный треугольник? Возможно. Алло. Да. Как? Точно проверили? Ну, спасибо, ребят. Мне причитается. Ну что, Андрюх, ты прав, впрочем, как и всегда. Владелец одной из машин – Сорокин. Так. Фамилия, конечно, самая редкая, но… Да. Это действительно Сорокин Владимир Николаевич. Топ-менеджер фирмы, где работает Емельянов, работала Емельянова. Друг семьи, да? И благодетель. А не пора ли нам с этим благодетелем побеседовать, а? Как вы думаете? Пора. Давай.
Новенькая, что ли? Да. Позавчера только вышла. Володя у себя? Кто-кто? Владимир Николаевич. А, нет, он на объекте. А я могу ему что-нибудь передать? Я сам передам. Я же сказала, что он уехал на объект. Нормально. Владимир Николаевич, нет его? А где? На объекте? А на каком? Не знаете? А мобильный телефон не подскажете? Да, записываю. Ага. Ага. Телефон мобильный, Владимир Николаевич. Девушка, да я слышал, что на объекте, на каком? Но просто у вашего начальника мобильный телефон не отвечает. На каком объекте? На каком именно? А как туда позвонить-то? Ай. Алло. Да, Миш, здорово. Нормально, да, держусь. Слушай, ты не знаешь, где Вовка Сорокин сейчас? Да звонил, у него мобильный не отвечает. Секретарша говорит, что он на объекте каком-то, а о каком не знает. Ты не в курсе? Ах. Не ближний свет. Да. Спасибо тебе. Давай, давай. До связи. Пенька, говоришь? Ну-ну. Ну? Ну что, нет его у вас, да? А был? А вообще обещал приехать? Вы не в курсе? Спасибо. Ну? И где его теперь искать? Ведь у него ни жены, ни друзей, кроме нашего подопечного Емельянова. Так, Жень, запроси городское бюро регистрации. Может, у него недвижимость какая есть? О которой мы ничего не знаем. А машину в розыск. Возможно, благодетель решил скрыться от следствия. Место исключительное. Тихо, тихо, Лиженька, тихо, 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 тихо. Вот, вот так, держи, держи. С одной стороны Волга, с другой стороны Волушка. И вот ты стоишь между двух речек на этой террасе, как на капитанском мостике, и чувствую себя настоящим капитаном. Уже почти все закончили. Скоро будем обмывать. Ну, давай, давай. Так. Пеньки. Черт, а это ж в другую сторону совсем. Блин. Да. Ага. Записал. Спасибо. Давай, бывай. Ну. Ну что, у нашего Сорокина есть недвижимость. Устье Волушки.
Он там чего-то строил. Угу. Видимо, достроил. Давай, прокатимся. Угу. Поехали. Зачем тебе, работяге, такая королева? Ты, наверное, думал, она только твоя. И все это принадлежит только тебе. Она твоя. А почему? Наверное, потому что ты в студенческие годы на гитарке поигрывал, да? Песенку и сочинил. А что ты мог еще дать, кроме песенки? Олежка, ты ж слепой был, ты же никогда ничего не видел. Ты видел, какое у нее было нижнее белье? Оно было дороже, чем вся твоя зарплата. Ты хоть догадываешься, откуда у нее это белье? А я любил ее. Я любил ее. И она меня принимала. Иногда, как мужчину. Наотрез отказывалась расстаться с тобой. И когда ей исполнилось 30 лет, я сказал себе, все, дам последний бой. Бухнусь перед ней на колени. Пусть делает, что хочет, либо казнит, либо милует. Забросил все свои дела. Караулил ее целый день. А она делала вид, что меня не замечает. Меня нет. Будто бы я призрак. Наташ, нам нужно поговорить. Володя,
Мне кажется, мы уже обо всем поговорили и договорились. Ты забыл? Это ты поговорила и все решила за нас. А нас двое, понимаешь, двое. Да не было нас никогда. Есть только я и Олег. Слушай, ты так никогда раньше не говорила, но объясни мне, ну что случилось, Наташ? Да ничего не случилось. Лучше вообще никогда не случалось. Пусти меня. Я тебя умоляю, ну дай ты мне хотя бы полчаса, ну давай поговорим по-человечески, ну сядем в машину. Володя, я уже все тебе объяснила. Я Олега люблю и хочу с ним остаться. Олега? Слушай, давай я Олегу сейчас всю правду расскажу. Пусть тоже знает этот Олег, а? Может, вообще его с работы уволю, хочешь? Хотя после того, как он все узнает, он сам уйдет, правда? Ты не посмеешь. Раз так, я прошу тебя, ты ничего не теряешь, давай поговорим. Хорошо, но только 5 минут. Меня дома ждет Олег. Наташенька, ну я знаю, я понимаю, мы совершили очень много ошибок. Я больше не хочу, чтобы они повторялись. Я очень тебя люблю. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Володь, я согласна с тобой, но только в одном. Мы действительно совершили очень много ошибок. И я не собираюсь повторять старые, уж тем более совершать новые. Ты очень хороший человек. Но я не могу быть с тобой. Прости. Подожди. Подожди, ты же раньше могла. Не могла же быть со мной. Да? Я сразу заметил, как ты за этим дурачком увязался. Пришлось после тебя навестить этого садовода. Ух, крепкий оказался. Я б точно после такого удара коней двинул. Отпечатков протектора. Или был бы у него Ford Focus? Вообще б не нашли. Да ну.
А мне интересно, чем бы у них там все в особняке закончилось, если бы мы вовремя не успели? Ну, я предлагаю в следующий раз не задерживать и досмотреть. Нет уж, лучше в кино сходим. Кино? Хорошая идея. Я 100 лет там не была. А на что, пойдем? Только не про ментов. Какая разница, под что целоваться на верхнем ряду в баре? Правда? Правда, Женечка. Мне все равно, подо что и с кем ты там будешь целоваться. О, 1-1. Сегодня ничья. Подожди, дальше еще. Серия пенальти будет? Да? Давай.